Некоторым людям, чтобы почувствовать себя пьяными, не нужно употреблять алкоголь. Необычное состояние, известное как синдром автопивоварни, может вызывать у человека ощущение опьянения, даже если он не пил ни капли. Синдром ферментации кишечника, более известный как синдром автопивоварни. Это состояние, характеризующееся ферментацией углеводов в желудочно-кишечном тракте организма, вызываемый некоторыми видами бактерий или грибками-дрожжами. Они перерабатывают съеденные человеком углеводы в алкоголь, и даже кусок торта может отразиться на организме так же, как крепкое спиртное. Опьянеть при этом синдроме могут даже дети. Организм производит этанол в незначительных количествах. Это нормально. У большинства людей, вырабатывающие алкоголь, микробы есть в небольшом количестве. Но при синдроме автопивоварни их популяция бесконтрольно увеличивается. Синдром автопивоварни чаще всего встречается у пациентов с диабетом, ожирением и болезнью Крона, но может появиться и у здоровых людей. Это может произойти на фоне приема курса антибиотиков и нарушения микрофлоры кишечника. Родиться с таким синдромом нельзя. Кто-то может подумать, что жить с синдромом автопивоварни весело и к тому же выгодно, не нужно тратиться на алкоголь. Вот только далеко не всем нравится чувствовать себя под шофе. К тому же никто не отменял неприятных последствий опьянения. Рвоты, головокружение, дезориентации и похмелье, наконец. А еще могут беспокоить синдром хронической усталости, депрессия и симптомы синдрома раздраженного кишечника. Помимо проблем со здоровьем, у опьяненных людей возникают трудности и в повседневной жизни. Нельзя садиться за руль, сложно найти работу, тяжело общаться с людьми. Поскольку болезнь сложно диагностировать, и для этого нет никаких критериев, люди могут годами не понимать, что с ними происходит. При диагностике синдрома пациентов заставляют голодать, чтобы определить исходные уровни алкоголя и глюкозы в крови. Затем им вводят дозу глюкозы, чтобы увидеть, есть ли повышение содержания алкоголя и сахара в крови. Для начала пациенты с диагнозом получают лечение от непосредственных симптомов алкогольной интоксикации. Затем пациенты принимают лекарства в зависимости на что конкретно тест дал положительный результат. На типы грибов или бактерий, вызывающих кишечную ферментацию. Например, противогрибковые, такие как флуконазол. Часто одновременно с этим назначают пробиотики, чтобы гарантировать, что нужные бактерии повторно заселят кишечник. Очень важная часть терапии – это соблюдение диеты. Нужно исключить продукты не только с простыми сахарами, типа конфет, но и со сложными – хлеб, крупы, макароны, картофель. А пока на этом все. Подписывайтесь на канал, ведь впереди вас ждет много новых и интересных историй. Всем пока!